Реальные доходы югорчан станут выше. На это нацелен план мероприятий, утвержденный окружным правительством. Заседание провел первый вице-губернатор округа Алексей Шипилов. Дорожная карта вошла в состав региональной госпрограммы по развитию экономического потенциала. Обозначены мероприятия по мониторингу показателей доходов югорчан, ликвидации задолженности по зарплате, оказанию содействия гражданам в поиске работы и мест временного трудоустройства. Ежегодно в округе будут формировать базу вакансий для выпускников и студентов. С ней можно ознакомиться на единой цифровой платформе в сфере занятости. Ожидается, что количество предлагаемых рабочих мест для прохождения студентами стажировки вырастет в этом году на 5,5%.